Приветствую вас, дорогие друзья. Приступаем к комментарию к воскресенским чтениям с 25-го рядового воскресенья Римо-католической церкви, которое, если Бог даст, будет 18 сентября. Первое чтение с Амоса 8:4-7, Псалом 113. Второе чтение, 1 Тимофей 2:1-8 и Евангелие дальше, Лука 16:1-13. Но думаю, что можем начать с Евангелия. Богатый человек, который был управителем у еще более богатого, но и он решил его снять с уряду, с поста. И он здесь делает одолжение у себе подчиненных и должников своих, чтобы сменьшить им долги. Из стана 50, из, кажется, также 100 на 80. Почему? Потому что хочет обеспечить себе восприятие среди людей после этого, когда будет снят и не будет обеспечен. Он организовывает себе просто пенсионный фонд. Причем, делает ли он воровство у своего господина? Я слышал такой комментарий, что он просто делает это в ущерб своей прибыли. То есть он мог набрасывать большие или меньшие налоги. Но и решил в ущерб своей прибыли отпустить им. Так что не повредил господину своему, только повредил своей прибыли, чтобы... Ну. То есть его, например, господин требовал от него 80, а он поставил 100. И в чем-то, так? А в чем-то другом его господин требовал от него там 50, а он поставил 100. И сейчас он в ущерб себе говорит им: давайте заплатите лишь только господину, а мне не заплатите уже. Но и ради чего? Ради своего земного будущего, ради этих десяток лет, которые еще придется ему здесь жить. И в принципе Господь говорит так, что хочет нам сказать: посмотрите, как он позаботился о своем будущем. А сыновья света о своем вечном будущем так не заботятся. Ну и что здесь можем сказать? Мы не заботимся, почему? Потому что эта вечность еще для нас не так, она немного абстрактная для нас. Вот наша старость, пожилой возраст, он не абстрактный. Это будет радикулит, это будет нищета, это будет пенсионный фонд, или его не будет, это будет голод, холод. Это конкретная вещь. А это видят наши глаза вокруг нас и ожидают этого с нами. А насчет будущего века, Царства Небесного, ада, неба, глаза наши не видят, как там есть, не видят, поэтому для наших очей это абстрактное, это несуществующее, как будто. А наша вера, ну что ж, она не так влиятельная, как наши глаза. Глаз нашей веры не так первоначальный, как глаза, как и глазки нашего, как рецепторы нашей плоти. В принципе, здесь уже происходит своего рода суд. Для кого вера не имеет значения,
для кого имеют значение рецепторы, сенсорика плоти, тот будет обеспечивать себе лишь только пожилой возраст на Земле, будущее земное. А для кого имеет значение вера, то есть, в принципе, эти рецепторы, которые не столь сенсоричные, сколько интеллектуальные, потому что вера касается разума, интеллекта. То есть, кто более меньше зоологический, сенсорический, а более интеллектуальный, более духовный, более человеческий, и кто в этом интеллекте своем открытый на, но на какой-то более широкий смысл, нежели все, что земное, тот как раз и позаботится. То есть не позаботится тот, кто живет зоологически, позаботится тот, кто живет более интеллектуально, и то еще более, я бы сказал, интеллектом, который подозревает, как минимум, что не может быть, чтобы все закончилось просто кладбищем. То есть, в каком-то смысле, вечность, сыновья света, это те, которые поэтому заинвестируют в вечность, позаботятся о своей вечности через соответствующее управление земными благами, то есть ради своей вечности они заинвестируют эти свои блага, материальные блага, которые их достигли, они заинвестируют в убогих, в нищих, в бедных. То есть, чтобы приобрести заслуги перед Богом. Вот. И для этого, в принципе, так Христос здесь учит. Получаем эту лжемамону, эти земные блага, чтобы мы заботились друг о друга. Друг о друге, чтобы мы использовали эту мамону не в пользу своего эготизма, эгоизма, эгоцентризма, только в пользу других, в пользу отношения. Не в пользу лишь только моего эго, промоции моего эго, но в пользу промоции других, ты. Других существ, других личностей, строя таким способом братские, семейные отношения. Таким способом использовать деньги, богатства, всякие умения в любви, в служении, в любви, в отношениях. Подражая Троицу, а не подражая, скажем, зоологию. Подражая теологии, а не подражая зоологии. Так что где-то здесь происходит этот суд. Кто имеет добрую душу, этот открытый на глубокие смыслы, достижимые для интеллекта и для веры, а кто не увидит этих смыслов, которые превыше земного бытия, он как-то принял для себя парадигму зоологии. Ну и в принципе, очень францискайское воскресенье, потому что первое чтение говорит об этом, что Бог будет мститься, возместит всякий ущерб, нанесенный бедным со стороны богачей. Бог будет мстителем, союзником, защитником. Телохранителем, будет бодигардом нищих.
бедных, то есть иноземцев в нашей стране, то есть вдов и сирот. Пришельцев, вдов и сирот. Прекрасный есть псалом, это было с Амоса. Вообще Амос это есть такой францисканский человек, это человек, который дорожит судьбой и страданиями бедных. Хорошо, псалом 113. Здесь говорится об этом, что Господь, как Господь садится на высотах в наднебесных и с высот смотрит на небо и на землю, так он поднимет в конце концов бедняка, нищего из гною поднимет его. И так как Господь сидит в наднебесной, так сидеть удостоит среди князей этого нищего, этого бедного. Можно сказать, что тогда не обидно и совсем неплохо быть таким нищим, сидящим на гное, на мусорнике. Ибо самое главное быть праведником здесь. Быть, никогда не быть палачом, быть праведником. Лучше быть жертвой, нежели палачом. Тогда делаем бизнес, потому что раньше или позже Господь поднимет. А если есть еще этот бедный, это был богач, богатый человек, который раздал все имение и стал нищим, сидящим на гное. Но то вообще, то есть если он сделал такой маневр, как Франциск Ассизский, как Антоний Египетский, но то вообще уже. Такой человек делает большое дело, делает большой бизнес. И манипулирует Господом. Вот такой человек манипулирует Господом. А человек с книги Амоса, который угнетает нищего, будучи богачом, не манипулирует Господом. Это Господь будет манипулировать им, ним. И, наконец, 1 Тимофей. Вот надо нам стать праведниками, чтобы наша молитва за царей и всех власть имеющих была принята Богом, чтобы мы могли в тишине и в спокойствии вести набожную и достойную жизнь. Видим, что оптимальной жизнью для верующих и для церкви не есть состояние мелкого преследования, гонения, умеренного, только как раз наоборот, жизнь тихая и спокойная, в которой можно заниматься исследованием истины и можно также заниматься передачей исследованной истины, явленной нам и исследованной жизни, передачи другим людям по образцу Павла апостола. И ожидаем Тимофея. На этом я бы закончил. Желаю вам всего хорошего.